Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про пекинеса. Пекинесы – священные собаки китайских императоров, которые были выведены более 2000 лет назад. Само название породы происходит от столицы их родины – города Пекин. Царственное положение пекинесов в самом начале их истории оставило на этих собаках сильный отпечаток. Представители породы любят находиться в центре внимания, они обожают, когда их холят или леют. Пекинесы – отличные компаньоны, они общительные, жизнерадостные, дружелюбные. Представители породы без проблем могут содержаться как в частном доме, так и в городской квартире. Пекинесы – отличные компаньоны, очень добрые, очень веселые собаки, очень общительные. И постоянно находятся в контакте с какими-то другими собачками, когда гуляешь с ними и все такое. При этом нужно учитывать, что пекинесы очень любят внимание. То есть они такие очень эгоцентричные, скажем так, животные. Их постоянно нужно как-то поощрять то, что они делают, как-то обращать на них внимание, хвалить и так далее. Это им очень нравится. А при этом в каких-то особых физических нагрузок прогулки с пекинесами не требуют. Поэтому, в принципе, эта порода собак подходит любым хозяевам, любым людям, даже тем, которые не особо любят какие-то многокилометровые прогулки. Пекинесы – собаки небольших размеров. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 15 до 25 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 3 до 5 килограммов. Шерсть пекинесов – их достоинство, она у этих собак длинная и густая. Пекинесы – не конфликтные питомцы. Они хорошо уживаются с другими домашними животными и прекрасно ладят с детьми. Правда, при условии, что хозяин уделяет им достаточное внимание. При отсутствии последнего пекинесы впадают в депрессию. Пекинес подойдет как опытным владельцам собак, так и новичкам в этом деле. Особое внимание при содержании пекинеса необходимо уделять чистке ушей и складок на морде собаки. Также важно следить за состоянием глаз, когтей и зубов животного. И, конечно, нельзя забывать о великолепной шерсти пекинеса. Ее нужно ежедневно расчесывать. Очень важно следить за шерстью пекинеса, потому что она у них требует особого ухода. И, в принципе, если вы не участвуете в выставках, то можно пекинеса и постричь. В этом, в принципе, нет ничего страшного. И если его постригли, да и не постригли, стоит его купать. Но купать не так уж и часто, где-то 2 раза в месяц вполне будет достаточно. И еще стоит обратить внимание на то, что пекинесы линяют, это у них не отнять, но, в принципе, это не такой уж большой дискомфорт. Самое главное, что очень милая, приятная порода собак, которая является настоящими друзьями, настоящими товарищами. Средняя продолжительность жизни пекинеса составляет от 12 до 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!